Привет, новичок! Мечтаешь стать чемпионом Hot Wheels? Я приготовил для тебя трассу, покажи, на что ты способен. Окей, давайте попробуем продемонстрировать что-то. Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, и это Hot Wheels Infinite Loop. Посмотрим, что за гонки. Надеюсь, действительно достойный конкурент Need for Speed No Limits и Asphalt 9. Итак, Верт Виллер снова нам базарит. Вот, возьми мой Twin Mill. Бортовой компьютер напомнит тебе основу управления. Окей, давайте посмотрим. Ну, честно говоря, пока все ярко, забавно, интересно. Единственное, что меня немного напрягает, это то, что музыка достаточно такая активная, и хочется ее подубавить, чтобы YouTube у нас немножко не ругался. Итак, бортовой компьютер базарит. Включение голосового модуля. Хе-хе-хе. О, новичок. Ну что, погнали? Все в твоих руках. Окей, так, что тут надо делать? Нажми налево-направо, понятно. Блин. А что, звука не будет, что ли? Что-то звука вообще никакого нет. Нажми на кнопку нитро, чтобы сделать нитро. Вау, размывочка такая. Нажми еще раз, чтобы вообще офигенно сделать. Так, а что дальше? На, кого-то мы сбили, отлично. Во-во, смотрите, сейчас у нас будет, короче... Мертвая петля. Ну, пока мне, честно говоря, нравится. По-моему, даже все 60 кадров здесь присутствуют. Итак, врубаем. А, дрифтим. А, чё? Дрифт только слева кнопка? Странно. Так. Так. Тихо. А мы же можем вот так. Ну, это как прям в асфальте в девятом. Странно, всех прям сшибаем. Я думал... что все будет как-то по-другому. Ну все, мы проехали. Отлично. Музон такой, кстати, позитивный. Я надеюсь, что за него не будет, опять же, ругаться YouTube. Итак, Hot Wheels спрашивает меня, хотите ли вы получать уведомления? Конечно же, хочу. Неплохо для новичка. У меня тебе небольшой подарок. Отблагодаришь, когда станешь чемпионом. Во, кстати, это контейнер. И здесь какая-то тачка. Давайте тапнем. Опа! Ну, понятно, я в одном из видео тоже видел как раз такую же тачку. Протестим, забрать. Давайте сразу бы я в настройки отправился. Вот это класс, это твой гараж и твоя первая машина Hot Wheels. Путь в лиге открыт, пора соревноваться с другими гонщиками. Наверху твоя лига и ранг. Здесь ты можешь посмотреть, что тебя ждет. Так, погнали. Не, я бы вот не погнал, но изменил бы немножко настройки звука. Но придется, короче, мне затмевать музыку. И я постараюсь как можно тише ее сделать, чтобы не было у нас тут никаких недоразумений. И чтобы вы немножко успели насладиться музыкой. Так, мы, короче, погнали, да? Типа, держим. А, ну это как, короче, в CSR рейсинге, да? Давай не трушечку и погнали. Звук у нас появился. Так, а что это такое? Давай не трушечку, подружечка. Вот честно, а где здесь пауза? Мать вашу, я не знаю, где пауза? Где пауза, мужики, а? Как насчет того, чтобы паузу мне нажать? Вот, тихо. Это все, конечно, прекрасно, замечательно, но... Я бы хотел великолепный музон как раз убавить. Воу. Но то, что такие яркие локации, мне это нравится. Может быть, это будет достойный конкурент девятому асфальту и... Вау, что это было? Победа, синяя команда, отлично. Далее. Пока все замечательно, посмотри, что ты получишь. Окей, давайте посмотрим реально, что мы получим. Открыть. А, через некоторое время. Ну, он предлагает бесплатно можно открыть. За... Так как мы только-только начинаем. Вот здесь 15 чертежей, 16 каких-то кредитов. Здесь ты всегда можешь увидеть свой прогресс в лигах. Нажми на значок сверху. Окей, давайте нажмем. И здесь у нас зарабатывай кубки и продвигайся по Froty Road. Да, и не забудь забрать свою награду. Окей, давай где-нибудь заберем. Отлично, нажали. Прекрасно, нажми на стрелку, чтобы вернуться. Давай, я хочу настройки, блин, выбрать, а не машину. Вот здесь, кстати, можно будет на все тачки посмотреть. Вот она, наша прекрасная тачка. Можно повысить ее ранг, скорее всего, да? Отлично, замечательно. О, смотрите, и раскрасочки есть. Это, кстати, прикольно. Последнее почему-то недоступно.
И они, кстати, только за реальные бабки. Итак, у нас есть возможность наконец-то убавить нафиг музыку, а звуки прибавить. ID игрока, все замечательно. Больше бонусов. Здесь, наверное, о, забрать что-то можем, отлично. Блин, ну точил, мне кажется, здесь очень много. Чуть позже перейдем к этому и обязательно посмотрим. Так, у нас есть событие. Выполни все цели, чтобы получить максимальную награду. Сможешь добраться до финиша первым? Конечно, смогу. Ща мы это сделаем. Times Square, Daily Event. Типа основной ивент, что ли, получается. Ну, смотрите, прикольно вот эта, кстати, тема, прорисовочка такая. Кто в курсе, что это за тачки Hot Wheels, вы можете, конечно же, поделиться своими знаниями в комментариях. Я с ними знаком очень мало, так скажем, потому что игрушек таких у меня не было, но эти тачки появлялись, насколько я помню, в Need for Speed No Limits, точнее, даже не насколько я помню, а насколько я знаю, в Need for Speed No Limits они были как раз. Вот очень неудобно мне приходится вот на этот, на дрифт нажимать слева. Вот я если хочу налево повернуть, как я буду, блин... Вау, нокаут, меня уничтожили, офигеть. Обалдеть. Так, какой выберем? Давайте вот по этой поедем. Мне просто интересно, блин. Тени у нас есть. Ну то, что яркие сами локации, это круто. О, здесь даже мост. По графону все, в принципе, хорошо. Давайте набираем скорость и... Скорость ощущается немного по-другому. Здесь вроде вот сейчас я набрал где-то 200 километров. Победа, да? Но я первым хоть приехал, Speed Slayer. Дали бы еще какую-нибудь тачку. Во, Crate Racer. Твой путь начался. Открывай и коллекционируй машины Hot Wheels, и тогда ты точно станешь легендарным гонщиком. Так, давайте посмотрим на тачки. Можно же посмотреть? Вау. Блин, рисовочка прикольная, кстати. Так, здесь что у нас? Это не очень... Блин, надо найти вот ту тачку, которая... Во! На этой тачке я ездил в одной из игр про Hot Wheels тоже. Так, здесь что у нас? Ё-моё. Ну, у них реально такие странные дизайны у автомобилей. Так, это что такое? Надо, кстати, найти подобие вулкана. По-любому она где-нибудь здесь есть. Ну, здесь все вообще тачки, я смотрю, присутствуют. Так, это что у нас тут? О, классика. Блин, ну, с графоном вообще все хорошо. Достаточно четко, и у меня даже претензий нету к каким-либо лесенкам, потому что их здесь нет. Во, что это? Нет, это не тот. Хотя, подожди. Нет, не сюда. Вот так вот очень похож на тот самый вулкан, но, походу, это не тот. Блин, все такие... Вау, вообще шикарная тачка. Кто хочет продолжение, ставьте большие пальцы вверх. Я думаю, через дня 2-3 я выложу видос. Да, детка, вот гипертрофированный такой вообще четкий. И раскрасок я смотрю много. Тюнинга, к сожалению, здесь никакого нету, но зато есть хотя бы раскраски прикольные. Не, что-то я не нашел вулкан, может я пропустил где-то его. О, огонь вообще тачка. Донат здесь по-любому будет, народ. В этом я не сомневаюсь. Так, а у нас есть еще какой-то прям класс. Так, вот эту я еще видел, кстати. Игрушку именно видел в детском мире. Как-то заходил, да, не буду скрывать этого. Так, больше бонусов. Что у нас здесь? Забрать. Отлично, еще что-то мы получили. Ну, давайте прокатимся еще где-нибудь. Так, еще нам тут дают. Это, я так полагаю, элитная валюта. А это у нас обычные хромеры. Как их тут называют. Что ж, зайдем в события. Во, здесь, кстати, тачечки есть. Давайте попробуем здесь прокатиться. Вдруг успею урвать какие-нибудь хорошие чертежи. Игруха пока еще официально не вышла. Скачал я ее с филиппинского App Store. Возможно, в магазине Google она тоже есть. Ссылки постараюсь найти. Слева у нас располагается дрифт. Это очень неудобно. Особенно, когда вы поворачиваете налево. И вам нужно подрифтить. Вот, допустим, здесь вот мне нужно подрифтить. Он у меня не будет уже. Так, вот.
Ох ты, ё! Нифига себе, блин. Вот это было весело. А зачем здесь крокодил? Вот тебе на. Я думал, я его сшибу. Так, слышь ты, на тебе. А что у нас со скоростью-то, а? Что-то медленно она начала ехать вдруг. Так, на тебе. Взрываются они красиво. Все, я с этими больше не дружу. Размывочка у нас, кстати, присутствует. Вау! Это мы типа сократили трассу, да? Или нет? Огоньки здесь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Погнали. Во, идеальное нитро тоже можно сделать. Так, блин, веселуха вообще. Так. О, давай, на, ты сбил Трикерекса какого-то. Так, где мы поедем, блин? Так, это у нас дистанция, еще 20% осталось проехать, я так понял. О, здесь мы тоже сейчас... Вот, я вот здесь хотел, блин. Из здания в здание, прям как в этом, в форсаже в каком-то пятом или там четвертом. Эй, слышь, чувак, я второе место занимаю. Блин, это грустно. Но может все равно какие-нибудь награды я получу. По графону, в принципе, неплохо, неплохо. Всякие отражения, освещение, все присутствует. Так, окей, мы прокатились здесь, давайте прокатимся здесь. И глянем, что тут у нас имеется. Короче, есть у нас, значит, режим событий. Где различные события на какие-то новые тачки, скорее всего. А также есть режим лиги. Позже туда вернемся. После вот этой гоночки. Давай, давай, погнали, красавица. Вот. Сейчас постараюсь, конечно, я хорошо угнать. Так, нитрушечка у нас тут набирается. Правда, очень-очень медленно. Давай, давай, сейчас я аккуратнее проеду. Если никаких тут вот этих вот не будет, блин. Так, давай, 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 гоним. Слегка даже подглючивает игра, офигеть. iPhone 8 плюс. Ты чё? Всё? Я чё-то не хочу с тобой прощаться так рано. И, кстати, вот сколько гоночек было, устройство нехило так нагрелось у меня. Как примерно от минут 30 в PUBG на высоких настройках, на максимальных даже настройках. Так, заберем награду. Not bad, неплохо. То есть здесь еще можно, короче, какие-то кредиты набрать. Во, мы получили 5 чертежей Muscle Speeder какой-то. Ну и плюс мы сейчас прокачаем свою тачечку, да? Давайте вернемся. Как насчет того, чтобы тебя, подруга, прокачать? Ступени. Ступени. Да нет, мне нужно со своей тачкой разобраться. Где она? Ступень, ступень. И где вот? Вот я хотел бы заняться своей тачкой. Вот она, блин. Фиг найдешь. Повысить уровень. Подтвердить. Все, красавица стала. Блин, жаль вот это только за элитную валюту. Ну ладно. Думаю, до этого я дойду и к какой-нибудь другой тачке это все применю. Что ж, отправляемся также в Лигу Новичков. Здесь, возможно, мы получим еще какой-нибудь новый ящик, и там можно будет добыть чертежи нового авто. Так, у нас поиск игроков. И, кстати, игра онлайн, как я понял. То есть у нас загружается сетевая игра, подключаются реальные игроки, и мы рубимся. Hot Wheels, кстати, популярная тема, насколько я знаю. Все ролики, где я делал видосы на тачке с Hot Wheels, они неплохо набрали по просмотрам. В том числе и Need for Speed No Limits, то событие на Hot Wheels, которое было. Там Time Attack была. Давай, 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 давай. Ну чё, чё, чё? Я долго... Ага, во, пошло, пошло, пошел отсчет. Погнали, я бы еще вот так вот сделал. Все, красота, пошел нафиг. Так, давай мы здесь еще 2 секунды плюс. Чувак, как ты вперед-то уехал, а? А ты как уехал, а? Так, 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 давай, я все хочу. Смотрите, Кинг-Конг еще какой-то. Сумасшедший. И яркий очень.
Так, давай. Идеальное нитро сделаем. Все, победа, так быстро. Ну что, мне дадут еще какой-нибудь ящик? Видимо, нет. Так, магазинчик. О, бесплатно. Я вижу бесплатно, почему ты не нажимаешься, ящик. Ой, это он долго так грузит. Bulletproof. Новая тачка, немножечко чертежей, всего лишь 5 я получил. Можно, конечно, вот эти еще открыть, но у меня столько бабла нету пока что. Давайте еще одну гоночку посмотрим. Может быть, после нее я получу еще какой-нибудь ящик и открою, наконец-то, новый автомобиль. Итак, у нас игроки найдены. Отлично, ща посмотрим, кто против нас прокатится. Кто что сможет нам противопоставить. Ну, тачки у них разные, конечно. Мне, конечно, уже хочется какой-нибудь новенький автомобиль, чтобы протестить его и посмотреть, как он себя будет вести, может, в управлении лучше. Но определенно, я бы еще, знаете что, вот здесь нету паузы никакой. Вот я пытаюсь нажать куда-нибудь. Но походу только из меню основного все можно изменить. Все можно изменить, только из меню. Я изменю, прямо изменю. Вот так, давай, вот, давай. Вот реально, как дрифтить в левую сторону, а? Разработчики, вы об этом за... Я примерно понял. Короче, просто можно дрифт нажимать, и он сам в нужную сторону направляется. Итак, что надо сделать? Ты можешь получить. Проедь сквозь порталы, чтобы получить дополнительное время. Понятно. А есть у нас что-нибудь еще здесь? Нет, пока нету ничего. Что тут у нас? О, новая тачка. Давайте тапнем и прокатимся уже на ней. Во! На этой тачиле я гонял, правда... Немного в другой игре, тоже Hot Wheels, но там вид сбоку был, не сзади. Давайте, нет, оценивать пока не будем, пока просто прокатимся, заберем награды. Итак, машины. Вот выберем вот эту, выбрать, лиги и старт. Итак, снова у нас найдены соперники. Здесь, я так понял, соревнования каких-то команд. Есть синяя и оранжевая команда, и типа кто приедет первым, тот и победил. То есть здесь, по сути, два первых места. Либо твоя команда приедет первой, либо другая. Странно очень. Но, скорее всего, мне кажется, здесь все-таки присутствуют и боты. Вау! А звучок-то у нее другой совсем. Вот давай. Оп, погнали, хорошо, погнали. Короче, нужно нам вот эти порталы собирать, чтобы увеличивать время. Так, блин, ну... Асфальт уже начинает ревновать. Эх, это что такое было, блин? Что за глюки, а? Не думал, что она так глючить будет. И еще такой момент. Нужно будет мне по-любому нормальное Android-устройство брать. Чтобы эксклюзивчики и на Андроиде обозревать. Все, победа, синие команды, молодцы. Так, сейчас мне должны дать... Новенький. Так. А где? Где? Все понятно. Еще одну типа гоночку, да? Или нет? Все понятно. Еще какая-то у меня там странная карточка есть. Ну что ж, пожалуй, для первого знакомства этого достаточно. Блин, прикольно пока что. Единственное, что не нравится, то, что игра глючит. А так, достаточно ярко, интересно, любопытно. Посмотрим, что будет дальше. Возможно... Донат будет дальше навязываться, но сразу вижу билеты. То есть нет билетов, не будем кататься. Есть билеты, будем кататься. Хотя в лиге, то есть в онлайн-гонках, возможно, там и билеты не нужны. Ну а на этом все. С вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!